калифорнийском городе Мадера несколько месяцев люди видели на обочине дороги скитающуюся черную собаку с облезлой шерстью. Один из проехавших мимо этой собаки водителей написал о нем в Facebook с призывом о помощи. На просьбу откликнулась Меган Боу, которая давно занимается спасением собак в Мадере и основала гуманное общество Bowes Adaptable Rescue Pups. Если бы такую собаку привезли в государственный приют, там сразу бы ее усыпили. Но Меган решила бороться за его жизнь. Она дала псу кличку Кинг, посадила в свою машину и сразу же повезла в ветклинику. Пес совершенно не сопротивлялся. Скорее всего, он был рад простому присутствию рядом с ним человеку. Он безропотно делал все, что от него требовалось. На осмотре ветеринар обнаружил у Кинга целый ворох неприятных болячек. Помимо жуткой чесотки, он страдал от перелома костей таза, и его хвост действительно был переломан в нескольких местах. Самое удивительное, что Кинг оказался еще совсем молодым. По словам врача, собаке не больше года, и скорее всего ее бросили на дороге из-за чесотки еще когда Кинг был совсем щенком. После осмотра Кингу предстояло в первую очередь вылечиться от чесотки. Для собаки была создана отдельная карантинная зона в гараже, где он мог бы лежать и усиленно питаться. Чесотка не так быстро лечится, и Кингу понадобилось полтора месяца, чтобы она ушла и у него начала отрастать новая черная густая шерсть. Он также окреп и набрал вес. Посчитав, что пес уже достаточно силен, ему наконец сделали операции на хвосте и на тазовых костях. Ему сняли последние швы и осмотрели на предмет, не нужна ли ему дополнительная медицинская помощь. Сейчас Кингу начали искать постоянного хозяина. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Не забывайте прожать колокол, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.